Кто болеет за No Motors сегодня? Есть такие? Итак, разгоняется Кристапс Бушс. Рядом с ним Валерий Каюк, который отстает максимально. При этом Кристапс едет по очень широкой траектории, заезжает во все клиппинг-зоны. И на супертемпе, он же на Ахиллесе, причем на абсолютно спущенном и на самой легкой из своих машин, это Кит Кар заканчивает свой заезд и оставляет Каюка очень сильно позади. Итак, поехали или нет? Поехали. Вторая часть заезда. Теперь Валерий Каюк первый. А Кристапс его преследует. На медленной скорости Валера заезжает в первую дугу. Кристапс сзади дозирует. Ровно Валера. Кристапс держится, держится. Подъезжает близко на очень-очень таком размеренном давлении. Ну и финишная, конечно же, дуга, как всегда. Дальше в топ-16 проходит Кристапс Бушс. Вас и аплодисменты. За ними уже дымится, они стартанули. Итак, наезд. Разгоняется Кристапс. Александр Гринчук рядом держится, рядом с Кристапсом. Ловит андерстир. Кристапс, быстрая перекладка. Александр Гринчук рядом. Максимум угла. Почти выравнивается Гриня, потому что поймал очень большой угол. И отстает от Кристапса. Итак, они едут. Первый Гриня. Его преследует Кристапс Бушс. Гриня хорошо разгоняется. Флип! Какой затяжной флип! Хорошая скорость. Выходит. Айр! Почти ровно. Кристапс Бушс. Такой же андерстир. Здесь сохраняет расстояние. И доезжает правильно до конца Кристапс Бушс. И тут надо послушать судейское задание. Итак, решение есть. Двое судей за Кристапса. Поэтому Кристапс Бушс. Итак, поехали. Кристапс Бушс первый, Сергей Сак его преследует. Очень близко подъезжает Сергей Сак. Бушс допускает траекторную ошибку. Сак перекладывается ему прямо в базу, сохраняет движение. Очень близко находится к нему и выравнивается. Сергей Сак выравнивается за Кристапсом, к сожалению. Есть второй заезд. Итак, да? Друзья мои, второй заезд. Разгоняется Сергей Сак. Хороший флип. С оттяжкой едет чуть-чуть внутри. Кристапс преследует его, делает синхронную перекладку. Прямо в него прыгает. И Кристапс догоняет даже после такой коррекции Сергея Сака. И щемит его до самого конца. Кристапс Бушс проходит топ-4. Пизани, то загорелся он. Поехали. Итак, едем. Чепа первый. Разгоняется максимально, делает полуфлип. Выходит на внешнюю траекторию, чуть-чуть через тормоз. Выходит на судейское задание. Кристапс очень хорошо перекладывается. Корректируется Кристапс, но при этом догоняет за счет легкой машины высокого держака. Вот такой заезд. Итак, есть старт. Так, поехали. Ой, что делает Кристапс? Офигенно по заданию, Чепа рядом, все. Все, все. Кристапс Бушс, финалист верхней сетки. Ну что, Антон, туши бобины, притуши шармань, как говорят. И мы в полной тишине послушаем и посмотрим финал. Вы же ждете финал или нет? Нет, давайте так, мы их не запустим, пока вы нормально «да» не скажете. Да? Согласен. Итак, еще одно мне подсказывает Никита Вшиков. Пилот «Формулы Дрифт» против пилотов «Д1». Здесь на чайке, мать вашу! Уу, шума! В следующем году надо будет Джорджа Клуни вести, да? Судьи готовы, и мы в полной тишине. Смотрим заезд, а после этого я только буду комментировать повтор. Красавцы, вы сами молодцы, еще! Thank you.
из-за косяка Кристапса в первом заезде в роли лидера. Гоша побеждает в этом заезде. И это значит, что мы еще раз увидим эту пару. Потому что у Кристапса была еще одна жизнь. Он с верхней сетки прошел всех, а Гоша пришел с нижней сетки. Друзья мои, это была максимальная заруба, и я объявлю победителя прямо сейчас. Единогласное решение. Первое место на UDC 2018. Кристап Бурс. Ваши аплодисменты. Первый Кристап Бурс, второй Георгий Чевчан и третий Алексей Головня. Международная вечеринка специально для вас. Раз в год. Спасибо каждому, кто пришли на дрифт. Спасибо команде, спасибо партнерам, спонсорам, спасибо друзьям, судьям, пилотам, что приехали сегодня сюда. Спасибо всем, кто помогали нам делать этот ивент, эту трансляцию и это супер мероприятие года.